Первый Mortal Kombat выделялся среди прочих файтингов того времени тем, что там был какой-никакой сюжет, который в последующих частях обрастал все большими подробностями. О сюжете из версии аркадного автомата было мало чего понятно. Все, что нам предлагалось, это прочитать небольшую предысторию из биографии Горо и других бойцов. И только благодаря информации из комикса, вышедшего с игрой, ситуация с сюжетом немного прояснилась. С давних времен существовал шаолинский турнир по боевым искусствам, который олицетворял честь и славу. Бойцов со всего мира приглашали принять в нем участие. Шэн Цунг был одним из таких бойцов, приглашенных на этот турнир. Он сразу же завоевал звание великого чемпиона. Но монахи Шаолинь тогда еще не знали, благодаря чему он достиг своих побед. Шэн Цунг был проклят своими богами, и чтобы умилостивить их, он при победе над противником забирал его душу, что давало ему вечную молодость и силу. Череду побед Шэн Цунга на турнирах смог прервать великий Кун Лао. Великий Кун Лао победил Шэн Цунга, и титул чемпиона перешел к нему. Спустя несколько лет загадочно погибает один из трех грандмастеров турнира, а на турнир вдруг снова возвращается Шэн Цунг. Преждевременно постаревший и ослабший от неспособности умилостивить своих богов, он приводит с собой на турнир своего ученика Гора, жителя внешнего мира. В долгой и тяжелой битве Гора побеждает Кун Лао. Для турнира эта победа означала конец его чести и славы. Монахи Шаолинь отвернулись от турнира, а Шэн Цунг становится его грандмастером, тем самым получая возможность забирать души побежденных воинов и получив бессмертие. Каждый год Шэн Цунг рассылает приглашения по всему миру для участия в турнире. И вот уже на протяжении 500 лет подряд Гора становится чемпионом турнира, и никто не может его победить. Как можно видеть из предыстории, ни о каком захвате земного царства в первом Mortal Kombat речь еще не шла. Список бойцов для первой игры был создан не сразу, и в процессе разработки часто подвергался изменениям. В конечном итоге в игре стало доступно 7 играбельных персонажей, 1 неиграбельный секретный и 2 неиграбельных босса игры. Джонни Кейдж. Джонни Кейдж был создан по образу актера Жан-Клода Ван Дамма. Он одет так же, как герой фильма «Кровавый спорт». Оттуда же был позаимствован для него прием «Удар в пах». Неотъемлемым аксессуаром Джонни являются его солнцезащитные очки. На раннем этапе разработки Джонни Кейджа звали Майкл Грим. Для игры Джонни Кейджа сыграл мастер боевых единоборств Даниэль Пессина. В игре Джонни Кейдж представлен как киноактер и мастер боевых искусств. Настоящее имя Джон Карлтон. Он обучался у великих мастеров всего мира и использовал свое мастерство в съемках таких фильмов, как «Кулак дракона», «Кулак дракона 2» и «Внезапное насилие», которые собрали огромные кассовые сборы и даже были отмечены Оскаром. Он вступил на турнир исключительно ради создания сенсации вокруг себя, которую будет обсуждать весь мир. В смертельных боях на турнире Джонни Кейдж постигает истинную ценность своих боевых навыков. Отстояв свой новый титул великого чемпиона, Кейдж возвращается в Голливуд. Он продолжает карьеру актера и снимает фильм «Смертельная битва», а также его многочисленные успешные сиквелы. Кейна. Изначально у Кейна вместо искусственного глаза планировалась просто черная повязка. Затем Джон Тобиас придумал ему большой шлем с двумя красными глазами. Но позже шлем заменили на железную пластину с красным имплантом вместо глаза. Для игры Кейна сыграл мастер восточных единоборств Ричард Давицио. По игре Кейна наемный убийца и вор. Он живет криминальной жизнью. Он преданный член Черных Драконов, опаснейшей группы головорезов, которую боятся и уважают во всех криминальных кругах. Предполагая, что дворец Шэн Цунга сделан из золота, Кейна отправляется на турнир, чтобы убить его и вместе со своей бандой забрать все золото себе. Убегая от преследования Сони и ее отряда, Кейна в последний момент успевает попасть на корабль, который отправляется на турнир. Победив Гора и Шэн Цунга, Кейна вместе со своей группировкой «Черный дракон» установил на турнире свои правила, что привело к полной анархии и бесчинству на турнире. В
Впоследствии турнир был превращен в бои без правил. Рейден. Рейден был основан на японском боге грома Рейджин и в первом МК еще не был представлен как защитник земного царства. По игре Рейден – бог грома. Он получил личное приглашение от самого Шэн Цунга и принял человеческий облик для участия в турнире. Божественные способности Рейдена делают его опасным противником на земле и в воздухе. Он провозгласил, что все, кто попытается бросить ему вызов, будут уничтожены. Для игры Рейдена сыграл мастер боевых искусств Карл Пессина. Для Рейдена эта победа не стала неожиданностью. Он не был впечатлен колдовскими чарами Шэн Цунга и грубой силой Горо. Вскоре ему наскучили бои со смертными, и он пригласил других богов для участия в турнире. Их последующие битвы растянулись на века, и в конце концов это привело к разрушению всего мира. Лю Кэнг. Лю Кэнг является прообразом Брюса Ли. Изначально его имя звучало как Минамото Йошинсу, в честь героя японского фольклора, но чтобы не заморачиваться с его предысторией, его переименовали в Лю Кэнга. Лю Кэнг должен был быть бритым наголо, как типичные шаолинские монахи. Но актер Хо Сун Пак, который исполнял его роль в игре, наотрез отказался бриться, из-за чего Лю Кэнг стал нетипично волосатым шаолинским монахом. Кроме того, он был единственным в первой игре персонажем, чье фаталити не являлось смертельным, так как, будучи шаолинским монахом, он придерживался строгих правил насчет убийства. По игре, будучи членом секретного сообщества Белого Лотоса, Лю Кэнг покинул данную организацию ради представления храма Шаолинь на турнире. Лю Кэнг был выбран Шаолинским орденом, чтобы победить Шэн Цунга и Горо, тем самым вернув турнир под контроль ордена и восстановив его былое имя и славу. Победив могучего Горо и положив конец господству Шэн Цунга над турниром, Кэнг возвращает бразды правления состязаниями его законным хозяевам – ордену Шаолинь. Он восстановил имя и былую славу этого некогда великого турнира. Sub-Zero. Из-за повального увлечения в 80-х годах персонажами ниндзя было решено добавить такого бойца в игру. Sub-Zero изначально был задуман как персонаж по имени Ниндзя, таинственный представитель Лин Куэй, легендарного клана китайских ниндзя. Джон Тобиас писал, что вдохновление пришло к нему из книги «The Chinese Ninja Connection», в которой описываются исторические свидетельства существования китайского клана Лин Куэй и его влияние на японских ниндзя. Таким образом, были придуманы два ниндзя. У одного было китайское происхождение, а у другого японское. Первоначально ледяного ниндзя звали Тундра, но имя было изменено после того, как один из разработчиков увидел фильм «Бегущий человек», где был персонаж по имени Sub-Zero. Here is Sub-Zero. Now Plain Zero. Его имя подразумевает, что он освоил свойства холода. Способность замораживать делает его очень опасным и не знающим пощады противником. По игре Sub-Zero – воин легендарного клана китайских ниндзя Лин Куэй. Настоящее имя и личность его неизвестны. На турнире присутствовал по двум причинам. Он был лично приглашен Шэн Цунгом на турнир, но также его кто-то нанял, чтобы убить Шэн Цунга. Для игры Скорпиона и Sub-Zero сыграл мастер боевых единоборств Даниэль Пессина, тот же актер, что и сыграл Джонни Кейджа. После получения звания Великого Чемпиона, Sub-Zero вновь уходит в тень. Его основной целью в турнире было убийство Шэн Цунга. Один из состоятельных врагов Шэн Цунга заплатил ему большую сумму денег. Выполнив миссию и получив вознаграждение, Sub-Zero оставляет свою опасную профессию. Скорпион. Второй ниндзя в игре. Его костюм от Sub-Zero отличает только палитра цвета. У него изначально был другой сюжет, в котором он должен был преследовать другого ниндзю за бегство из клана. Вместо этого была придумана идея с ниндзя-призраком, преследующего своего убийцу ради мести. Визитной карточкой Скорпиона является его гарпун-кунай,
который сделал Скорпиона уникальным бойцом. Скорпион является любимым персонажем Эда Буна, он же его и озвучивает. Позднее Скорпион вместе со своим заклятым врагом Саб-Зиро стали самыми популярными и знаковыми персонажами франшизы Mortal Kombat. По игре настоящее имя и происхождение Скорпиона неизвестны. Он был убит Саб-Зиро, но восстал из мертвых, чтобы отомстить за свою смерть. Преследуя Саб-Зиро, он попадает на турнир, где получает шанс свершить свое правосудие. Когда-то будучи приговоренным к смерти кланом Лин Куэй, Скорпион был убит Саб-Зиро. Несмотря на то, что в прошлой жизни он оставил жену и ребенка, ему было позволено вернуться для отмщения за свою смерть. Но даже с победой Скорпиона на турнире, цена тому оставалась слишком велика. Он никогда не сможет вернуться к своей семье и обречен на вечное проклятие. Соня Блейд. Вместо Сони Блейд в игре должен был быть другой персонаж по имени Кёртис Страйкер, но руководство Midway сказало разработчикам, что в игру необходимо добавить женского персонажа, и Кёртиса Страйкера заменили на Соню Блейд, отдав ей его сюжет. Позднее имя Кёртиса Страйкера отошло новому персонажу в Mortal Kombat 3. Для игры Соню Блейд сыграла Элизабет Малецки. По игре Соня является членом элитного подразделения специальных сил. Ее отряд преследовал группировку Черных Драконов и Кейно. Они отправились за Кейно на неизвестный остров, где попали в засаду личной армии Шэн Цунга. Цунг вынудил Соню принять участие в турнире, захватив ее людей в заложники. Теперь от успеха зависит не только ее собственная жизнь, но и жизнь ее напарников. Шэн Цунг пообещал отпустить всех, если Соня сможет выиграть состязание. Ее победа не только освободила ее отряд, но также положила конец Черным Драконам и господству Шэн Цунга над турниром. Гора. Изначально вместо Гора предполагался персонаж Рокору, дикий варвар расы демонов тьмы. Но позже Рокору решили заменить на четырехрукого Гонгоро и пригласили Курта Черелли, который создал его подвижную модель для захвата ее на видео. Затем имя Гонгоро сократили до Горро, а Курт сократил его количество пальцев с 4 до 3. Лишний палец он убрал, чтобы ему проще было делать подвижную модель. Горро является подбоссом игры и неиграбельным персонажем. По игре Горро двухтысячелетний получеловек-полудракон. Остается непобедимым на протяжении 500 лет. Он завоевал титул великого чемпиона, победив воина Кун Лао, монаха Шаолинь. После его победы хозяином турнира стал коварный Шэн Цунг. Горо одновременно владеет великой силой и потрясающей ловкостью. Никто из его противников не выжил. Шэн Цунг. Шэн Цунга во время разработки звали Шанг Лао. Его история несколько отличалась от финальной. Согласно ей, Шанг Лао был могущественным демоном, который был проклят своими богами. И для того, чтобы угодить им, Шанг Лао должен был пить кровь настоящих воинов, для чего он их заманивал на турнир. Для игры Шэн Цунга сыграл Хо Сунг Пак, тот же актер, что и сыграл Лю Кэнга. Шэн Цунг является боссом игры и неиграбельным персонажем. По игре Шэн Цунг зловещий колдун со способностью принимать чужой облик. Он захватил власть над турниром после победы его ученика Горо. Забирает души побежденных бойцов на турнире, тем самым продляя себе жизнь. Рептилия. Неиграбельный секретный персонаж, у которого нет собственного сюжета. Для того, чтобы сразиться с рептилией, необходимо было выполнить ряд непростых условий. Для начала нужно было начать бой на арене The Pit. А на фоне луны этой арены должны были пролетать различные объекты, такие как летающая тарелка, ведьма или оленья упряжка. Если эти объекты присутствовали, игрок должен был одержать две чистых победы, не использовать блок и добить противника при помощи фаталити. Если игроку удастся сделать это, то последует специальное объявление, и следующий бой будет проходить на дне ямы с секретным бойцом рептилия.
Рептилия в этой игре выглядит как Скорпион и Саб-Зиро, только зеленого цвета. У него нет собственных спецприемов, и он по очереди использует приемы Скорпиона и Саб-Зиро, и при этом очень быстрый. А в его строке жизни написано «Скорпион». Красный ниндзя Ермак. По слухам, в игре иногда возникала ошибка, из-за которой Скорпион или Рептилия перекрашивались в красного ниндзя, а в его полоске жизни появлялась надпись «Ермак», сокращенно от «Error Macro», обозначающая внутреннюю ошибку макроса. Хотя его существование так и не было доказано, но этот слух существует по сей день. Во многом его подогрела фотография, опубликованная в одном из игровых изданий в начале 90-х, где на скриншоте из игры был изображен красный ниндзя. Хотя это фото задумывалось как шутка, некоторые фанаты игры приняли ее всерьез. Все это привело к тому, что в Ultimate Mortal Kombat 3 появился персонаж по имени Ермак, который был красным ниндзя и, согласно своему сюжету, был создан из тысячи душ. В игре также должна была появиться еще одна девушка-воин, Кицуне. В сюжете она должна была быть дочерью Шэн Цунга и влюбиться в Лю Кэнга, и задумывалась как неиграбельный персонаж, но так и не было добавлено в игру. Но позже она все-таки появилась в Mortal Kombat 2, но уже не как дочь Шэн Цунга, а в качестве приемной дочери Шао Кана и с новым именем Китана.